В октябре 2022 года на телеканале «Россия-1» состоялась премьера сериала «Доченьки», в центре сюжета Вера, судьба которой не успевает преподносить ей новые испытания. В прошлом она была успешной спортсменкой, которой пророчили блистательную карьеру. О всех мечтах пришлось забыть после серьезной травмы. Главные роли в картине исполнили Дарья Щербакова, Александр Кулямин, Виктория Адельфина, Илья Носков и другие. Режиссером картины выступил Валерий Девятилов. Второго сезона сериала «Доченьки», к сожалению, не будет. История завершена. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.